Все, парни, я, короче, запустил. Я очень сильно надеюсь, что все-таки мы сейчас сможем выбрать с вами все-таки место нашей дислокации. Я думаю, сможем. Все, и вот сейчас начнется самое интересное. Ну, тут, собственно, у нас выбора из транспорта никакого нету, да? Время суток. А что у нас? Ну, я не знаю, я бы все. Я тоже не понял, а что за 15%? Что за говно, давай. Сейчас, подожди, сейчас все распределим. Олег, ты ничего не хочешь, как бы, да? Да, подождите, сейчас до всего дойдем. Так, я выбираю тогда. Зарплату снизил, еще тут что-то выеживается. Все, я выбрал канализационный туннель. Все, пойдем через этот вход. Конечно, будем нюхать вот это вот все. Точка входа в комплекс, канализационный туннель. А что есть, что есть, только канализационный туннель, и все. Давай, давай, выбираем. А он... Прикинь, рука из сортира. Эвакуации, точка эвакуации. Точка, подожди, сейчас, конечно, ну вот выбрать. Так, это я выбрал. Так, точка эвакуации. Вот, взлетная полоса. Главный док, северный док, касатка. На чем, пацаны, будем? Можно на взлетной полосе, на самом деле, уйти на самолете. Мне кажется, да, уходить надо так, а приходить на касатке. Ну да, давайте тогда все, взлетная полоса. Я выбрал взлетную полосу, тогда это точка эвакуации у нас, да? Так, идем дальше. Время суток. День или ночь? Я думаю, ночь будет класснее. Я за ночь. Я тоже за день. Кто еще, Паша? Паша, за день или за ночь? Я ночь хочу. Так, и что, 2-2 получается? Можно монетку подбросить, пацаны. Давай, Сири! Привет, Сири. Сука, нажать надо. Слушайте ее внимательно. Орел или решка? Орел — это день, ночь — это решка. Давай. Сири, подбрось монетку. Вы не поверите, но встала на ребро. Ты чё, сука? Чего? Чего? Я даже сфоткал. Сири, подбрось монетку. Орел. Ну все, получается, днем проходит. Да ночью бы прикольный стелс был. Да ночью нифига не будет видно, я вам отвечаю. Так в этом топ. Там мы же видели днем этот сраный остров, а ночью, Олег, прикинь. Раз уж день, значит всем это равные доли, все. Не, нам больше доли, Олег, тебе ну меньше. Да. Олегу 5%, так, честно, я считаю. Я не понимаю, что мы выбираем с вами. Или. Я за или. Я за ребро. Короче, вечером будем... Ставь в 6 вечера, ни нам, ни да, вам. Да, если бы тут такое можно было сделать. Следующая остановка – остров, пацаны. Ну все, ура! Мы, получается, сейчас с вами... Тройкратное ура! 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 Мы русские, с нами Бог! А у меня 15%. Ограбление Кая Перико! Так, все, моторы заглушили, пацаны. Блин, очень круто, да, не да. Сучка! Все, вот, мины. Я помню эти мины. Вот и мины. Пацаны. Олег, чё, я помогу. А чё, её просто кассету ломать или чё? Не-не-не, доберитесь до комплекта. Подожди, а как там вопрос. Подожди, эту решетку сломать? Чё? С4 достать, может быть. А у нас не должно быть какого-нибудь резака, чтобы ее разрезать? А не, а реально, погоди. А чё за прикол? Пацаны, у нас проблема явно. Нет, стой, подожди, может как-то можно войти в комплекс? А как мы войдем в комплекс, если, подожди, чего? Нет, мы можем через другие входа войти, типа. Просто прикол в том, что у нас нету резака, и мы не можем обрезать эту решетку. Ну классно, подготовились, пацаны, вообще. Поэтому мы решили просто лучше. Паша, мне 15% оправданы. Реально, Паша, не мог получше подготовиться, ё-моё. Не мог своровать для нас резак. Тебе сказали, один резак, Паша, за всю миссию, возьми просто резак. Просто резак взять, реально. Он, бля, карандаш взял. У нас заплыв номер 2, друзья! Чё, мы, короче, достали резак, и мы запустили ночью, пацаны! Ночь, ладно, да! Я нихера теперь не вижу, блин! Вот, видите, да не, я вижу всё! Да всё красиво, вы чё? Ничего не видно вообще! Не видно вообще! Ну это, кстати, не ночь, это вечер, всплывите! Тут вечер, да-да-да, это не ночь! Не, ну потом-то ночь, потому мы же тут не за минуту всё пройдём! Ночи, да тишина. Нет, мне кажется, атмосферно, пипец. А слушай, просто а не хочешь проверить, там вообще эти мины заряжены, работают, вот выгни. Конечно, жизни-то много, купим новые, блин, да, давай. Блин, у нас реально одна жизнь на всю команду, это пипец будет сложно, я вам отвечаю. Мы очень долго будем это проходить. У нас резак доступен, смотрите, желтеньким горит. О, чё, другое дело. Нам удалось достать резачок. Толя там чисто с кастетом начинает слово. Олег, работай. Да-да-да-да-да. Всё, разрежьте решётку. Всё, пацаны, начинай резать, короче, всё. Начинай давай, резать. Давай. Всё, операция начинается. Ты меня режешь, Алё. А как он режет там? Нифига. Идите. Я помогаю, я помогаю, давай. Мы видим, подожди, мы а вы тоже режете или как? Нет. Я бью просто по ней. Мы тебя бьём. Ну сейчас, пацаны, тут кропотливая такая работа, сами понимаете, как бы, да? Под водой да, всё усложняется в разы. Слушай, реально, смотри, режется.
Давайте, вместе давайте, на счет три. Раз, два. Я понял, никто не помогал мне. Спасибо, пацаны. Три. Спасибо большое. Все, плывем. Фига себе. Фига себе, здесь туннельчик какой классный. Это мы не зря это сделали. Да, 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 вообще не зря. И что, мы через трубу полезем сейчас? Нажмите Е, чтобы выбрать точку проникновения. Вы можете... Давай. Так, нажал. Что произошло? И куда? Опа. Что происходит? Вентиляцию. А, через вентиляционную трубу, походу, пойдем. Да, 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 да. Все. Там вот прям это, лестница мне такая. Мне кажется, это лучший просто стелс. Смотри. Не, это ну как начало Metal Gear Solid первого, слышишь? Прям так в дверь вошли. Просто в дверь вошли. Ну, а это мы? Все, здорово. А почему у меня лицо персонажа поменялось? Это что такое? У меня персонаж успел пластическую операцию сделать, пока на ЦД. Глушители надели? Да. Фонарики на Е включили. Тихо, убрал. Все, тихо. Так, смотрите, пацаны, в этом домике бабки. Тихо. Это отпечатки. У вас нет кардоступа для этой двери. Ёп, ну, может, найдем. Нет, мы не найдем. Это нужно выполнять дополнительные квесты. Так, ладно, погнали, пацаны. Тихо, может, босс. Мы босса вырубим сразу, так же пули. Вот он, у него защита, смотри, какая. Не высовывайся. Отойди. Нет, давай. Пацаны, по нему стрелять нельзя. Да, я тоже думаю, нельзя. Там еще один охранник к нему идет. Да, мне кажется, он не упадет с первого раза. Какая-то или что-то типа того. Раз, два, три, давай. Все, найс. Блин, нифига себе! Идите в хранилище в подвале. В доме мистера Руби много запертых дверей. Пожалуй, стоит поискать ключи. Тихо, чел. Нам идет чел. Нормально. Я дерево. Он не увидит. Давай крики бобров, Олег. Найс, красавчик. Еще одного, срочно, он повернется. Вот тот, который вдали стоит. Он в доме же. Он в домике стоит. Все. А он не будет перемещаться? Не. А я поднимусь, вырублю. А машина... Сейчас сигналка сработает, и чего? Машинка закрыта. Ну я хотел покататься. Так, а мы можем зайти вот здесь вот? У вас проще нет ключей от этого замка. Через крышу в нее было залезть. Замка. Спереди, направо шел. Это реально замок, это реально крепость. Ну, так, все, я подобрал ключик. Теперь за награды пошли. Сейчас я еще выберу, выключу чувака, который здесь. Он где-то сверху ходит. Все, парни, взломы выполнили. Ой, подожди, а что это? Я подобрал один из двух. Я карту доступа взял. Используйте WSD для выбора элемента. Совмещайте элементы с помощью... А, тут надо... Я это делал, что тяжело. О, пацаны, сейф открыл. Так, подожди, а как это взломать? Так, ну вот это снизу. Это у нас... Блин, а как это? Погоди. Вот пацаны, это... я подобрал одну из двух карточек. Чтобы нам открывать двойные двери, нам нужно карточки использовать. То есть нам нужно найти вторую карточку и одновременно нажимать на карточку. Сейчас там Олег Хацкер, подожди. Хацкой. Давай, смотри. Ну попробуй, давай. Давай, смотри. Смотри. Слишком много неудачных попыток сработать серия... Толя, отойди, ну зачем? Ну я хотел... Так, а что вы за сейф тут взломали? Вот этот, что-то в сейфе было. Спасибо, Толя, спасибо. Спасибо, пожалуйста. У нас же, кстати, допустим 80 тысяч баксов. Так ты перехватил специально. Так, а вот это что такое? Подожди, тут же тоже можно что-то сделать. Нет, тут ничего. Ну чё, как там дела со вторым, Толь? Иди в жопу! Сука, понаберут в команду не хакеров, а? Бля. Не, ну пацаны, в принципе, до утра постоим здесь, ничего страшного. Да, не, второй есть. Ой, молодец, красава, всё, последний палец взломаешь и всё. Всё, третий есть. О, ну короче, что там? Есть там это самое движение? Вот и все, вы выёживались. Ну все, нормально. Побыстрее. Все, топ. Толя, пипец ты долгий на самом деле. Иди в жопу, Олег. Доходим, пацаны. Чего? Да, мы сейчас с вами спутимся в хранилище. Здесь должна быть тоже, по идее, охрана какая-то. Украдите файлы матраса. Так, мы не забываем, что мы по стелсу все проходим. Украдите файлы матраса. Да дайте мне что-нибудь взломать там, хоть одно, господи. 51. Все понятно. Что там, Кирилл, что ты там говорил про нас, а? Я 57 делал. 51, 74, 86. Подожди. Ой, ну понятно все, короче. 51. Не 57, Кирилл, 51. 57 вел. Но я не смог изменить. Я не смог изменить его. Старый не может цифру вести, смотри на него. 51. 84. Давай я тебе посвечу, Кирилл, давай. Да ладно, я придуриваю, все. Да конечно, да, 85. 85, да. 86. Бля. 86, Кирилл. В жопу идите. Уже 85 было. Так, что у нас там? 86 было. Посветите, не видно, что у нас там. О, винишко, пацаны. Что же в нем такое, да?
У вас нет карты доступа? У нас вообще ничего нету. Не, о, вот пацаны, что-то ребят, панель. Давайте Пашу обменяем на вторую карту. Реально, а можно как-то? У меня и так, сука, 15%. Взламывайте, давайте, там, что вы там долго. Ой, Кирилл, наконец-то дорвался, смотри, до панельки. А там тоже отпечатки пальцев, да? Да. Ну, Кирилл, давай посмотрим на то, как ты будешь это делать. Засекайте время, пацаны. Знаешь, если стоять сзади и смотреть на него, то такое ощущение, что он беспалевно пописать пытается. Слушайте, пацаны, тут же бочки вино. Посмотри, встань, да, сзади вот просто. Сейчас, Олег. Так, первый вопрос. Любом... А, слушай, ну тут легко на самом деле. Да, 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 Кирилл. Сколько уже, 5 минут прошло? Не, все. Вот, все, молодец. Вот, молодец. Прошли не прошло и два года. Всё. Да, рот закройте. Слева, справа ничего нет. Подзирал это, а? А для чего мы сюда шли? Я не знаю, Кирилл просто хотел хакнуть замок. Здесь тоже, скорее всего, есть. Давай. А я деньги заберу, давайте. Должны поставить карты доступа на время, когда будете готовы, нажмите лево. Давай, раз, два, три. Ставили. Время отбирания. Чё, пацаны? Нет. Найс, получилось? Да. Только а что отдаюсь, новая смена охраны. О, золотишко, пацаны! О, срезать картину, чего? Я срезаю картину. Где? Пацаны, я золото в сумку пихаю. Нормально. Смотри, что, я режу картину. Нормально, у меня еще места есть немножко. Пацаны, режу картину, вау. Так, тут что-то еще должно быть, по идее, нет? Вот, погоди, кстати, комнатка прямо перед идем, нами. Идем, бегом, Олег. На счет давай, три. Давай. Я готовлюсь. Сейчас, подожди. Ты готов? Давай, раз, два, три. Давайте я вхожу. Пацаны, быстро работаем. Там всё, прозрачные заходим. Окна, если да, господи, как же долго открывается. Заходим. А что у нас здесь? Золото. Золотишко забирайте. А то только золото, походу, да? О, надо левую кнопку мыши много нажимать, я быстро собираю золото. Давай, Кирюх, забирай. Два ляма собрали. Назад, он идет. И подальше от двери. Окошко подальше от окна. Пацаны, вас там видно через окно? Там прям слева от вас окно. Да. Я говорю, оно прозрачное, так же, как и двери. Я ничего не вижу из этой карты. Чё там? Вот ты вообще не понимаешь, когда... Мы, кстати, по-моему, еще никогда по стелсу задания вообще никогда не проходили. Да, мы ни разу не проходили. Может быть, это наш первый раз, но не уверен. Ой, назад! Да дайте пройти! Да боже мой! Вот здесь вот он, прям вот у этого окна. Спокойно, пацаны, без паники, самое главное, задержали дыхание. Не дышим. Я надеюсь, он сюда заходить не будет. Кирюха отвернулся, спинка к нему осталась. Правильно, зажми колени в руки и плачь, Кирилл, только про себя. Звука было капец. О, там сзади чел. Идет главный охранник, ебать! Быстрее! Да вы идете. Он по нашему маршруту пойдет. Так стой, мы не сможем эвакуироваться так, как эвакуировать. Мы просто обойдем. Сюда. Бля, пацаны, ну вы... Сюда. Просто сюда. Anda por aquí. Lo vi hace un rato. То есть мы войдем в тот... Ой-ой-ой-ой, тут охрана прям... Понятно. ГГ. Кого заметили? Кого? ГГ. Стреляй! Давай вас в упор охранить. Тихо, не стреляйте, больше теперь не убил. Теперь камера, где камера? Камеру быстро! Перед нами где-то. Перед нами. Вот. Убил, камеру. Не заметил. Так, нам вывод, из комплекса, вот, видите, подожди, эти ворота желтого цвета? Его сейчас палят, да, его главный сейчас палит. Пацаны, он спалит, мы его должны убить, как только он повернет за поворот и уйдет от камеры. А не, он пошел направо. Нет, он пойдет с этой стороны. А может, труп можно унести, не? Нельзя. Бля. Там идет, сука, главный, он идет на труп. Убиваем? На труп? Не, он на втором. Давай, снимай. Быстрее, все, идем. Вали. Все, идем, да быстрее, паровозиком, колоночкой, пацаны. От первого лица быстрее идет. Давайте, парни, мы почти это сделали, мы почти справились, давайте. Ой, все, сейчас будет тревога. Я вижу желтый знак. Сейчас будет тревога. Так, там мужик стоит на... Все, убил. Все, валим. Все, просто валим. Все, просто уходим отсюда. Нажмите, чтобы выбрать эту точку в классе. Можете продолжить поиск сторожа. Все, свали, мы все собрали, что можно было вроде унести отсюда. А мы по стелсу прошли? Да. Слушайте, мы нас даже не спалили. Ну да, конечно, это ж никаких звуков, ну да. А что, мы отсюда выйти никак? Пацаны, давайте, ну, каша мало ели, что ли? Там кнопка справа зеленая, выход. Ну, кнопочку нажми. Но. Ну давай, ну соображай, быстрее ты. Чё-то мне кажется, такие побежали. Я бы в мини-футболе. Охранник, тихо. И много. Много охранников.
На велосипеде там стоит. Убейте его. Ебать, летело. Теперь нам нужно на другой конец карты. Нормально, нормально, нормально. Там много охранников. Давайте по левой стороне побежим. Там много охранников. Согласен. Слева мало. Между ними, между ними. Вертолет, вот он, вертолет будет стоять, смотрите. Может, на вертолете свалим? Может, на вертолете реально. И долетим. Вон два охранника на машине, ребят. Увидят, увидят, увидят. Ребят, два охранника на машине надо будет снять. Сейчас еще один идет. Да-да-да, когда он отойдет, тогда и снять надо. Я чувствую, мы по стелсу не пройдем. Да подожди, надо верить, Кирюха, надо верить, понимаешь? Я верю, но посмотри, сколько там охранников. Нормально, справимся. Мы только вплавь пройдем. Справимся. Подождите, а чисто в теории мы можем сесть на вот эту вот тачку и просто объезжать? Можем. Нет, тут полностью огорожена территория забором, вот это, выезд именно с этого особняка. Выезд только здесь, прямо посередине, больше нету. Подождите. Кто-нибудь подойдите ко мне, вот. Здесь вот у меня два типа. Иду. Толь, ты видишь вот этих двух за машиной? Ну, я про них и говорю же. Встань чуть правее, чтобы стрельнуть не сквозь машину, а прям напрямую ему в лицо. Мой левый будет. Так, готов, Паш? Если у нас получится, пацаны, с вас лайк. Давай, раз, два, три. Толь, это мои! Мы одних и тех же взяли, он не умер! Умер. Почему у меня красный горит? Умер. Мы можем машину взять и поехать на тачке? Или это слишком палевно будет? Можем. Думаешь, мы забор, мне кажется, не проломаем? Тут будет охранник. На машине будет палевно, пацаны. Или могу? Не могу. Погнали. Так, слева, вон он. Мы выполняем все. Он очень далеко видит. Но мы за горкой находимся. Эль Руби ищет вас. Избегайте его поля зрения и постарайтесь оторваться. Наверное, тут... Хотя... Вертолет? Вертолет вылетел! Пацаны, просто бежим, все. Забейте. Просто бежим. Паша, или кто это? Паша, тебя сейчас заметят. Паша, уйди правее. Просто обходите всех охранников. Пофигу, не будем стреляться, просто пройдем мимо и все. Да, нам нужно очень быстро бежать, потому что это хер, он уже вылетел. Он за нами прям, я вижу. Проходи сквозь. Погнали через воду. Нырнем. Воду. Быстро, давайте, оружие, пацаны. Убрал. Тихо. Нет, он прям сюда смотрит. Ныряй. Понятно. Заметили, все, летим. Ну мы долго. Ох, вертолёты стреляют, нифига себе. Пацаны, лодка. Сели, поехали. Давай, поехали. Быстро. Бегу я. Толя, сядьте, только именно сядьте. Давай. Да быстрее. Я у тебя отплывает. Толя, бросать не надо, у него дофига золота. Погнал. Это чё? Из чего он нас стреляет? Пацаны, вкладка, предметы, еда, похиляйте себя. Да как я похиляю, я рулю! Беги, просто беги, езжай. Всё, просто до подлодки. Я не знаю, как это нужно проходить по стелсу. Это нереально вообще. Правее, бери. Ой, там большой катер. Нормально, ничего страшного, пацаны, все нормально. Кто 300 баксов уронил? Кто бабки уронил? Кто золото уронил? Я вообще ничего не подбирал. Это у вас золотистка должно было быть. Это он по нам стреляет. Давайте, ребятушки, немножко подожмем. Чуть-чуть осталось. Самое главное, денежку не выроните, пожалуйста. А вы можете стрелять по нему там через... Без пистолета! Давай, докинь. Вот давай я чуть поближе подъеду. Команда, попадай. Да не попадает он, C4. Попадает. Еще два косаря потеряли, пацаны. Да он попадает, и мы теряем. Да я понимаю. Давайте быстрее, парни. Давайте чуть-чуть. Чуть-чуть. Совсем немножко. Аккуратно, держитесь подальше немного от них. Ай-яй-яй. Не подохнуть бы. Так, я подальше от этих катеров буду. Давайте, парни, совсем немного осталось, совсем чуть-чуть. Он прям над нами, сука. Можно, чтобы он по нам не стрелял, мы бабки теряем? Бря, мы солярис просрали целый! Мы уже 30-ку, вы чё? Потеряли, точнее. Пипец просто полный какой-то. У нас не там, у нас это, чтобы с ними перестреливать. Досадка сраная, всплывай! Давайте, парни! Нам под воду надо будет уйти. Досадочка! Давайте, парни, как можно ближе подплываем и просто вниз прыгаем. Прыгаем. Все. Прыгаем. Все, давайте, пацаны, морские котики, действуем, работаем. Все. Никого не потеряли при восходе. Мы, кстати, реально никого. Бабки потеряли? Да где, сука, у кого карман дырявый? Ну, 40 ракетку потеряли, пацаны, ничего страшного. $40,000? Не страшно. А как зайти? А все? Мы, наверное, просто должны подплыть. Все, что ли? Ой, ну нервишки нам пошатали, конечно.
Так, еще дальше, подожди. Но это было жестко на самом деле. Ой, мы в Лос-Антосе. А прикиньте, это не конец ограбления. Я вот думаю, что это не должно быть конец, слишком мало. А ну, постойте. You're good to go. Что такое? Коронавирус. Зачем он фотографировал? У меня чисто дырка с улицы. Бля, как же он меня бесит. Можно мы не будем ему деньги отдавать, а? Так мы ему не отдаем деньги, мы ему даем только файлы. Так что это за документ это? Hey, Dad. Yeah. Да, возможно, узнаем. Just wanted to let you know that that Strickler thing, the files. Не, там документы, это что-то про Эль Рубио. Excuse me. Сейчас пошел нахуй. Нет, нет, нет. А что там пустые листы, что ли? Ну херня какая-то, что-то своровали. Рецепт омлета из сыра. А может мамусик задействован, а? Shit. Fuck. Он их просто сожжет сейчас, чё? Чего? It's over. И мы вот ради этих вот документов рисковали своей жизнью? Нам вообще, нам даже не расскажут, да, что там было? Понятно, понятно. Тревор мамку драл! Тревор эту мамку драл! Ясно, понятно. Да ладно! Пацаны, кто платит, а? Потенциальная добыча. 5 миллионов, подожди, чистый доход. 1 900 000. А, ну слушайте, на каждого по 2 ляма. А, чего? 578 тысяч. Серьезно? Это того не стоило, я вам так скажу. Реально, вот за 500 тысяч я... Понятно, понятно. 500 тысяч, но зато мы увидели, как... Фотку Тревора, да. Да, да. Не, ну это идеальное завершение этого, на самом деле, ограбления. Ну это просто троллинг такой, знаешь, в конце. Вот ради этого стоило пройти, мне кажется. О, пацаны, тусовочка! Намечается у нас! Чин-чин! Выпьем за успешное дело! Опа, текилочку выпили, закусили лаймом. Все, это наш город, сучки! Ограбление состоялось. Время на завершение 24 минуты. Транспорт доставки касатка, файл Мандраса, доля главной цели лям 100, доля второстепенной цели 800. Сука, 15%, блядь. Паша получил 300 баксов, Паша может быть доволен. На самом деле, я знаете, что хочу сказать? Вот еще ни одно ограбление не переплюнуло то самое задание, когда мы спасали мир от ракеты, которая выпускалась из Чилиана. Согласен. Вот ничего лучше этого не выпускалось еще реально. Это было реально самое лучшее ограбление. Да. Вот, как но про так? Это я бы хотел сказать, что на самом деле, хоть оно и самое большое считается, самое крупное по размеру, потому что добавили отдельный остров. Ну оно самое крупное считается из-за острова просто, да, и все, а так это задание, ну типа изи. Оно задание, типа, оно повторяет все предыдущие задания. Да, 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 абсолютно, один в один. Но пройти это стоило, и показать вам тоже это стоило, я думаю. Понимаешь, для меня точно стоило. Тревор трахнул мамку, я доволен. Не, ну ради такого можно было не спать всю ночь, пацаны, да? Все, мы это сделали. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше приключение в GTA заканчивается. Новое ограбление мы посмотрели, так сказать, а самое главное, увидели фотографию Тревора с мамкой. С тобой был только, как говорится, Ледованский, Олеж Кофянский, Варпач Кирилл и Паш Клейнса. Не забудьте поставить лайк, комментарий, написать. Все, всех люблю, обнимаю, всем пока.